Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Алжир запретил пролет военных самолетов Франции в Нигер через свою территорию. Алжирская газета «Аль-Хабр» сообщила о том, что руководство Алжира запретило французским военным самолетам пересечь воздушное пространство Алжира. Ранее французский МИД опровергал возможность участия французских войск в спецоперации по восстановлению конституционного порядка в Нигере. Однако алжирские СМИ сообщили, что Министерство обороны Франции направило официальный запрос на пролет французских военных самолетов через Алжир в Нигер. Арабский телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что на военных аэродромах в странах ЭКОВАС началась подготовка к военной интервенции в Нигер. Вполне возможно, что Франция предпринимает попытки доставить оружие и военную технику на военно-транспортных самолетах на указанные аэродромы. По данным радиовещательной компании «Радио Алжирия», Франция уже получила разрешение на пролет своих военных самолетов от правительства Марокко. Министерство обороны Франции направило в правительство Марокко график полета французских военных самолетов. Напомню, что ранее руководство США призывало Францию и страны ЭКОВАС избегать силового решения конфликта в Нигере. США не планируют вовлекать своих военных в вооруженный конфликт в Африке и опасаются рисков приостановления экспорта нефти из Нигерии в США. Напомню, что Нигерия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком нефти для американских НПЗ. Тем не менее, власти Франции продолжают подталкивать руководство Нигерии, Бенина, Кот-Ивуара, Сенегала и других стран Африки с Нигером. В нигерийском городе Абудже состоялась встреча руководителей генеральных штабов стран ЭКОВАС, по итогам которой был принят план военной интервенции и определены сроки спецоперации. При этом сообщать о сроках начала операции военные чиновники стран ЭКОВАС отказались. Отмечу, что Россия координирует свои усилия в военной сфере со странами Африки, расположенными поблизости от Нигера. В начале августа Министерство обороны России договорилось о координации усилий с Алжиром в случае военной интервенции стран ЭКОВАС в Нигер. А вчера с аналогичной целью в Ливию прилетела делегация во главе с замминистром обороны России Юнусбеком Евкуровым на переговоры с командующим ливийской национальной армией маршалом Хафтаром.